Сети Viking Touristic. Специально для вас я сейчас нахожусь в Таиланде, в Паттайе. Отель, который мы будем с вами инспектировать, называется Long Beach. Ресепшн отеля. Бассейне. Крутая игровая комната, кстати, такая. Мне нравится. Тут шарики. Можно на горке покататься. Сколько шариков. Круть. Резко. Детям тут будет весело. А еще тут есть... Комнатка такая. Чик-чик-чик. Маленькая для деток. Главная сторона улицы. На вход у нас плитка, дальше идет паркет или доска, одна кровать маленькая, одна большая, номер большой, плазменный телевизор, центральный кондиционер, чайный уголок, вот он чайный уголок у нас, холодильник, балкон среднего размера, вид у нас на море. Вид красивый открывается, собственный пляж. Надо на пляж еще сбегать, посмотреть. Ой, соточки. Ну, высоко-то. Душ. И еще спи за шторкой. И есть ванна. Тренажерный зал. Вот так. Вот он, что из себя представляет. С видом на бассейн и на море. Велодорожки, тренажеры. Здесь у них
сцены. Ну, внутрь уже не пойду, я думаю, там все в порядке. 11.45 Junior Suite. Большой номер. На входе тоже у нас плитка. Дальше у нас идет пол деревянный. Большой холодильник. Чайный уголок. Зона для принятия пищи. Тут же у нас телевизор спрятанный, шкаф. Спальня дверью закрывается. Кондиционер центральный, пол здесь тоже деревянный. Плазменный телевизор. Идем дальше. В ванной комнате душевая кабина с тропическим душем. Ванна с видом на море. Принимаете ванну и смотрите на Сиамский залив. Фен. Халаты. Тапочки, вот они здесь. Балкон у нас маленький. Вот, вот видите. Чик-чик-чик-чик-чик. Он такой узенький, но продолжительный. Вид с балкона на парк, на небоскребы, на высотки и на пляж на собственный. Буйками огорожен, чтобы мусор не плыл. Ну, прикольно. И вот она территория. Видите, у них бассейн свой. Песочек здесь. Хороший, красивый пляж. Мне нравится. Сходим с вами на пляж, посмотрим. Здесь, смотрите, классно плавают сразу рыбки. Можно даже вот так вот рукой потрогать, если споймаете. Смотрите. Ля-ля-ля-ля. А вон турист чешет голову рыбе. Мне кажется, она ему сейчас палец откусит. Да? Она кусается? Конечно, смотри, он набрасывается на человека. Дрессированная рыбка. Офигеть, рот открывает. А у него 5 пальцев. Массаж прямо здесь. 320. По ступенечкам спускаемся еще ниже. Здесь у нас второй бассейн. Детский лягушатник. Я беру на камень, не залазь. И идем на пляж. У нас приходит, у меня все свадьбы. О, круто, это еще и понтон. К нему ходить можно. Вот он пляж, видите, это понтон такой небольшой, по которому можно ходить. И можно оттуда купаться, прыгать, нырять. Песок, все красиво, все хорошо. Мне нравится пляж. Свежедожитые соки, фреши. Перекусить тоже 62. Блинчики. Ананасы 40 бат. Манго по 90, по 60. Я покупал по 70. А такие по 50 стоят, которые попроще. Видите, у них уже по 95 есть. И бананы по 30 примерно. Рядом с отелем много ресторанов, магазинов, телемаркеты, шевролевные, вот теремотла, аптеки. Все есть, что вам необходимо. Если вы хотите поехать на отдых, на нашем сайте вы можете воспользоваться удобной системой онлайн-поиска, бронирования и оплаты туров. Также вы можете воспользоваться услугами наших специалистов, которые помогут организовать отдых, который вы хотите. Я буду вам очень благодарен, если вы будете рассказывать о том, что вы хотели бы видеть на нашем канале, какую еще дополнительную информацию, как улучшить обзоры, что вам требуется. Если вы будете писать...